Краткое описание сериала «Черная любовь», 73-я серия, в которой демонстрационное похищение Дениса Зейнеп эмиром заставляет Нихан и Кемаля пережить большой в жизни шок. Единственное, что осталось от той ночи, это письмо эмира, где он говорит о том, что не намерен опускать штурвал. Чтобы вернуть Дениса Зейнеп, Кемаль и Нихан вступают в неустанную гонку со временем, пока эмир считает себя непревзойденным победителем в игре, которую он так тонко придумал. Зейнеп находит возможность. Безысходность мира становится надежной. Зейнеп, Кемаль, в глазах которого все потемнело, испытает один из методов, который он до сих пор не опробовал, чтобы разговорить человека мира в тюрьме. Мехмета на этом пути самым главным его помощником становится Хакан. Нихан задыхается от безысходности и понимает, где глаз, взгляд эмира над ними. Маленькая ниточка на хвосте у птички превращается в веревочку помощи, чтобы Нихан смогла воссоединиться со своим ребенком. Нихан и Кемаль шаг за шагом приближаются к эмиру, в то время как он приступает к действиям, чтобы сделать Кемалю самое большое предупреждение. Это предупреждение становится для жизни Зейнеп серьезным и опасным. Кемаль борется со временем, но каждая минута идет против его сестры. Чтобы зажать эмира в угол, Нихан и Кемаль твердо полагаются на свою последнюю надежду.